Эксклюзивные ювелирные изделия можно было увидеть на выставке на базе Северокавказской академии. Автор представленных работ – член Творческого союза художников России и Международной ассоциации союза дизайнеров Мурат Салпагаров. Подробности у Али Баташева. Женский мир, конечно, боготворит вот таких художников, дизайнеров, ювелиров, потому что ни одна женщина без украшений ну, не выйдет она никуда, не имея что-то такое особенное. Каждая вещь представленной коллекции уникальна. Художник-ювелир Мурат Салпагаров не использует компьютерные технологии, поскольку считает, что в ручной работе чувствуется душа. Изделие выглядит как живое. И хотя выставка содержит лишь небольшую часть его работ, а другие представлены только на фотоснимках, ощутить власть красоты оригинальных ювелирных изделий и пообщаться с автором пришли студенты, преподаватели и множество приглашенных гостей. Думаю, что не ошибусь, если назову, что это произведение искусства, шедевральные вещи, которые мы сегодня видим и на картинках, и в натуре они представлены, и девочки вот сегодня... Украшения, которые на них находятся, они просто действительно дополняют ту красоту горянок наших замечательных. В свои 39 лет у Мурата семья, собственно, ювелирная мастерская и международное признание. Он получает второе высшее образование на факультете дизайна и лингвистики СКГА. Первая коллекция украшений «Эльфийская» вышла в 2008 году по мотивам произведения Толкина «Властелин колец», где была показана эльфийская архитектура, построенная на переплетении тонких линий. Затем автор создал коллекцию «Энигма», вдохновившись одноименной группой. Главными образами, используемыми автором, стали бабочки и пауки. Такие выставки вдохновляют будущих творцов красоты и эстетики, студентов факультета дизайна и лингвистики. Сам автор с удовольствием делится с ними секретами мастерства. Чтобы они это не обманывали себя, а занимались тем, чем вот им нравится, и всегда быть этому верным. Вот у каждого человека есть своя профессия, свое увлечение. Но если он действительно серьезно за это берется, самое главное, чтобы он был к этому верным. Вот. И везения, успехов и трудолюбия всем. Сейчас Мурат Салпагаров готовится к персональной выставке, которая пройдет осенью этого года в Черкесске, а затем в 5 городах СКФО. На ней будет представлено более 200 оригинальных авторских работ. Али Баташев, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.